Верхняя тройка – это точно то, что я искал в Луцеле. Идеальный АДшник я пока еще не нашел в Луцеле. Хотя Лодик был самым ближним к идеальному, но он такой странный чувак. Инок не идеальный только потому, что он по-русски плохо понимает относительно. То есть, если бы он говорил по-русски, я был бы просто гиперсчастлив. Поэтому это не идеал. Инок, на самом деле, очень много понимает по-русски. Он сам учится. Не всегда хорошим фразам, но он часто понимает, что мы говорим. Даже во время игры. То есть он чаще понимает, что мы говорим на русском, чем босс понимает, когда мы говорим на английском. Поэтому я даже не знаю, на каком языке лучше разговаривать в игре, но постоянно переводим с русского на английский, с английского на русский, когда как.